Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корней Чуковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием, даже где-то я поучаствовал как соавтор Эриха Распе и Корнея Чуковского, дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей: «Мюнхгаузен жил», «Мюнхгаузен жив», «Мюнхгаузен будет жить». Так вот, первую часть, биографическую, написал я. Без ложной скромности, конечно, примазываю свое имя к великим писателям. Но, тем не менее, вот так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит подзаголовок «Пособие для начинающих баронов в трех частях». Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. Надо сказать, что Мюнхгаузен в первой части своих приключений он попал в Россию. И многие приключения случались с ним в России. Значит, он, кроме всего прочего, попал еще на русско-турецкую войну. Вот эта история как раз приключилась с ним на русско-турецкой войне. «За волосы» называется. Вообще, за время этой войны со мной было немало приключений. Однажды, спасаясь от турок, попробовал я перепрыгнуть болото верхом на коне. Но конь не допрыгнул до берега, и мы с разбегу шлепнулись в жидкую грязь. Шлепнулись и стали тонуть. Спасения не было. Болото с ужасной быстротой засасывало нас глубже и глубже. Вот уже все туловище моего коня скрылось в зловонной грязи. Вот уже и моя голова стала погружаться в болото, и оттуда торчит лишь косичка моего парика. Что было делать? Мы непременно погибли бы, если бы не удивительная сила моих рук. Я страшный силач. Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами, как щипцами. Да, я приподнял на воздух и себя, и своего коня. Если вы думаете, что это легко, попробуйте проделать это сами.